Франс представляет. Международный проект True Tales. Непридуманные истории. Каждому есть что рассказать. Добрый вечер, друзья. В эфире «Мгновение на дожди». Сегодня у нас много людей, которым есть что рассказать. Но сначала маленькая ремарка. Я так же, как и вы, спасибо, что смотрите «Дождь», наблюдал сейчас программу «День в большом городе». И очень важная тема там была, тема экспатов в Москве. Я просто хотел бы добавить, что недавно у меня произошла забавная встреча. Я голосовал на Чистопрудном бульваре, вот так. И остановилась машина, француз. Европейские номера. Куда? Я говорю, туда. Подвезите. Он с удовольствием. Я говорю, а почему вы остановились? Он говорит, а вы голосуете, как в Европе. Ну, то есть в России вот так, а в Европе поднимаешь палец. Любопытно. Просто такая заметка. Итак, как вы слышали, в рамках международного проекта Grants True Tales, непридуманные истории, вторая программа «Мгновение» на телеканале «Дождь». Иван и Сергей Колесниковы, такая актерская династия, навестили нас в прошлой программе, было очень интересно, какие-то их истории. Сегодня у нас аж 6 гостей, программа делится на 3 части. Я с удовольствием представляю первых двух. Я сегодня узнал, что есть такая профессия, точнее, узнал, что у нее есть название – генеалоги. Верно? Так вас называют? Пожалуйста, Валентина Рудзинская и Артем Маратканов. Вы все про себя наверняка уже знаете. Да. А я еще нет, я еще не успел. Так обратитесь к Валентине, она все сделает. Вопрос времени, хочется сделать своими силами, своими руками. То есть не просто кого-то попросить, а поехать в архив самому, уделить время и найти своих предков. А как это происходит, друзья? Происходит поиск предков. Вот приходит человек, не с известной фамилией, как, скажем, у вас Рудзинская, да? Это же, наверное, какой-то известный клан, да? Род. Польско-шляхетский род. И достаточно просто отследить. А приходит человек с фамилией Сердюк. Говорит, я хочу что-то узнать о своих предках. Вот ваши действия. Самое главное – знать место рождения человека до революции и дату его рождения. И уже тогда мы начинаем анализировать, определять, где и как искать. Вот. Если сразу это определяется, уже проще. А если, например, человек родился в Санкт-Петербурге в 20-е годы, а его предки еще неизвестно откуда, или в Москве, искать, конечно, сложнее. Иногда бывают исследования, например, человек родился или проживал, например, в Брянской области в 1960-х годах, и больше никакой информации нет. Это сложно. Это огромный труд, но все равно, если фамилия не очень распространена, все равно найти можно. А что значит вот эти архивы? У меня просто ощущение, что была Великая Отечественная война, были чистки красноармейцев в 20-30-е годы. Или это все сохранилось? Сохранилось. Сохранились и метрические книги, и ревизские сказки в разных местах по-разному. Церковные книги, наверное. Да, да, вот эти вот метрические книги, они в двух экземплярах писались. И один экземпляр оставался, отсылался в Санкт-Петербург, а один оставался на местах, в церквях. Поэтому, если даже один экземпляр пропал, то по второму можно восстановить. Но, опять же, это надо знать сохранность фондов в архивах, где что как происходит, потому что в одних архивах что-то сохранилось, в других погибло. Пожары были, войны, революции. Где-то документы пошли на самокрутки. Да и в наше время тоже архивы горят. Тоже такие случаи бывают. Вот. Говорят, ребят, жизнь как кино. То есть не напишешь такой сценарий, какой предоставить себе жизнь. И вот в этом смысле, в рамках проекта «Непридуманные истории», может быть, поделитесь своими историями. Не своими персональными, а теми, которые вас удивили, удивили ваших клиентов, которые к вам обращались как к профессионалам. Это вот совершенно неожиданные вещи. Да, наверняка же они есть. Побольше будет историй? Ну, историй, конечно, много разных. И иногда... Ну, та, которую хочется рассказать. Или вот вы возвращаетесь, там, ну, представляешь, вот... случилась-то какая история? Ну вот одно из моих вот последних как бы исследований, это тоже оно как раз имеет отношение и к фамильным ценностям. В одной семье было Евангелие. И
потом предок человека записывал туда всех своих детей, рождение, смерть, жены. И мы благодаря этим записям нам удалось восстановить весь род и найти вот буквально недавно 385 человек. Было проведено огромное исследование в ЗАГСах в Воронежской области и в архиве Воронежской области по метрическим книгам и ревизским сказкам. Ревизским сказкам. Это ревизии были на Руси, вот если помните, «Мертвые души». Так. Вот. Это перепись населения, народная перепись еще ее так называли. Ну, а слово сказать... Вот. То есть это юридический термин? Да, это был такой документ. Их было всего 10 ревизий на Руси. Они были созданы еще при Петре I, они были введены. Это 1716-27 год, это первая ревизия. А последняя в 1858 году. Вот. И это всего этих 10 ревизий. Благодаря ним, даже если вот эти документы сохранились, можно восстановить крестьянский род. Аж вот как раз конца, вот, начала 18 века. А если еще как бы там будет указано, что в ревизиях указывались и даты смерти, то значит мы можем чуть-чуть вглубь продвинуться, иногда и дальше. Вот, то есть, если люди думают, что вот их какой-то там простой крестьянский род, и ничего невозможно найти, найти можно, если документы сохранились. А были такие истории, когда вдруг вы находили, человеку говорили, послушай, ты, оказывается-то... родственник барона Бекендорфа или Столыпина, или, ты знаешь, актер Лемешев был, приходится тебе четверюродным братом. Вот так, чтобы удивить и самого, и себя, и человека. На самом деле была такая очень яркая история. Во-первых, человек ничего не знал о своем роде. Когда к нам обратился, казалось, раз, у него дворянские корни. Такое бывает, как правило, редко, потому что люди все-таки знают, что легенда существует, что дворяне, не дворяне. У него дворянский корень, раз. Во-вторых, он в Москве, на территории России, заведует театрами. Руководит театрами уже почти 30 лет. И что самое интересное, когда мы стали восстанавливать родословную, да, это не его прямой предок, но при Екатерине II театром, собственно, руководил его родственник. То есть он сейчас занимается театром, и получается, насколько, 200 лет назад, собственно, театром занимались его предки. Слушайте, Артем, вы мне напомнили одну по-своему жуткую и очень парадоксальную историю. Она случилась с моим приятелем, и она касается как раз вашей работы. Она случилась с моим приятелем, он режиссер в провинциальном театре, главный режиссер одного из провинциальных театров. Он очень любит свою работу. И говорит, ты знаешь, что я недавно узнал? Говорит, у тебя есть что выпить? Пришел и рассказывает следующую историю. В Москву приехал. Я узнал, что мой дед, будучи сотрудником НКВД, оказывается, допрашивал, причем с пристрастием, Мейерхольда. Ну, а это его гуру, это Мейерхольд. Это потому что есть школа Станиславского и школа Мейерхольда. Вот мой приятель, он как раз за Мейерхольда. То, чтобы актеры играли по его системе. И он понимает, что вдруг его родственник, причем ближайший, ну, вот этого самого Мейерхольда, ну, не пытал, конечно, но это выяснилось случайно, там, из записок бабушки. И, конечно, вот так спустя время бывает, его... Да. У нас, кстати, на экране сейчас сделаем реверанс нашим партнерам и друзьям непридуманной истории. Вот это генеалогическое древо. Так это выглядит. Древо... клана Гранц, я так понимаю. Вы такие же составляете? То есть... И такие же бывают, если документов нет, либо сведений мало. Ну и, соответственно, если удается продвинуться, то и родственники помогают, рассказывают, то древо бывает как, ну, пышнее. То есть, возможно, это только начало. Возможно, они продолжат. Как далеко можно проследить, ребят, про пращура? 18 век? 17-й. Ну, как бы, если уж точно, так это начало 18-го, если сохранились документы. Иногда вглубь чуть-чуть удается, если находится документ уже, это в архиве древних актов. Но
В основном вот так вот. Вот все исследования, которые у меня, они примерно вот этого времени, 1700-х годов. Вот так. Ну, где как, потому что если люди, например, проживали на территории Украины, там сложнее, там обрывается все 1800-ми годами. От чего? Вот так вот. Что случилось? Ну, потому что туда переселялись-то позже, вот, Таврическая губерния позже осваивалась, поэтому там такого времени документы только, не вглубь. Я обращусь к нашим зрителям. Наверняка у вас будут вопросы. Это же прямой эфир. 744-01-01. 744-01-01. Я понимаю, иногда на слух сложно запомнить, поэтому должна появиться плашка. Позвоните, задайте вопрос. Ну, например, а сколько стоят ваши услуги? Ну, например, вашей компании. Вот к вам обращается человек. Или в зависимости от фамилии. Если он говорит, вот моя фамилия Разумовский или моя фамилия Иванов. С Ивановым, понятно, сложнее. То есть у вас индивидуальный подход? Да, все индивидуально. То есть нужно смотреть, какие данные. Ну, в среднем. Действительно интересно, любопытно. Может быть, десятки тысяч рублей, может быть, и сотни тысяч рублей. Это в зависимости от... Ну, от географии, от данных, которыми человек располагает, от полноты данных, которые он хочет получить, сведений. То есть можно же по одной фамильной линии по отцу исследовать, а можно и для себя сделать, и для супруги, чтобы все детям оставить. Соответственно, объем работы увеличивается. А что вы скажете о... вот этих интернет-ресурсах «Проверь свое генеалогическое древо». Я как-то заходил, и там надо было посылать смс-сообщение и так далее. Ну, извините за выражение, за вульгаризм, разводка. Совершенно очевидная. Конечно. Правильно называли? Да. Обман сплошной. Как это можно все вот так вот в одночасье узнать? Нет, конечно. Это огромный тяжелый труд. И не только аналитический и умственный, но и физический. Потому что приходится поднимать огромное количество документов. Это целый флиант. Вот такие вот метрические книги. Там, например, вот я недавно работала в Житомирском архиве. Толстенные. Все осыпаны этим дустом, со всякими этими книжными червями, которые... Да, все. А встречаются там интересные какие-нибудь находки, фантики от конфет 19 века, там, я не знаю. Нет, такого я не встречала в документах. Это же все-таки церковные документы, вот. Там такого не было. То есть в этом заключается ваша работа. Я говорю, что моя прабабушка родилась в селе Обшаровка Самарской области. Вы отправляетесь туда, экспедиция, да. Поезд, потом на автобус. К нам кое-кто хочет присоединиться. Доброй ночи. Я не знаю, откуда вы звоните. Добрый вечер. Здравствуйте, да, доброй ночи. Я звоню из города Таганрога. А сколько у вас времени? Да, у нас, как в Москве, 23, 13. Ну, тогда добрый вечер. Прекрасный город Таганрог. Бывал у вас недавно. Ночи. Вы знаете, да, здравствуйте, всем привет. Очень приятно всех видеть. Вот вопрос какой. А если, допустим, в роду, ну, как бы бабушки, там, дедушки говорили о том, что фамилия там тайно поменялась, то вот как-то можно продолжить там как бы дальнейший просмотр, вот от кого менялось, как менялось, или на какую фамилию менялось? Вот как бы вот такой вопрос. Спасибо. Давайте послушаем ответ, если действительно меняли фамилии. Ну, надо, нужны как бы конкретная информация, конкретные данные посмотреть, потому что действительно фамилии менялись. Вот у нас тут было исследование, фамилия сначала, вот в начале 20 века, это урода фамилия Яриновский, а туда стали поднимать метрические книги вглубь, фамилия Дукольский. Или же это вот... А как? Почему это происходит? Для людей было не так важно, не так принципиально фамилия. Было самое главное имя. И если это вот простой крестьянский род, даже вот в той же Владимирской области было исследование, у одного отца у них не было фамилий. Туда вглубь, там, например, в середине 19 века у крестьян фамилий не было. Например, в Костромской области, губернии, там, в Владимирской губернии, в Тверской. А как же Иван Третий? Иван Шестой? Иван, нет, Иван сын Петров. Там, ну, как? Да, вот как так сейчас вот в Исландии. Вот так вот и было. Вот. И поэтому, когда давались какие-то прозвища, вот, фамилии по-разному происходили. И поэтому он один Цветков, другой там Петров, третий Феоктистов, например. Васильев. Три брата. Вот, пожалуйста. А документы и метрические книги показывают, что это у них один отец. Вот такое бывает. Вот. Поэтому надо, вот, отвечая на вопрос, надо знать сначала вот саму суть, откуда
как, когда менялось, почему, может, это было в 20 веке, например, поменялось в связи с тем, что род скрывался, переезжал в другое место, боялись, что их репрессируют, да, тоже это сложнее. А я знаю, что бывали такие случаи, когда, скажем, летняя усадьба, приехал барин, согрешил с Глашкой, родился Барчук, так их называют, и он фамилию вроде бы свою не дашь, ее сокращали, да, то есть, например, сын Оболенского, ему давали фамилию Ленский, сын, я не знаю, Боровского, ему давали фамилию Ровский, да, вот этим сокращали, есть же такая история. Нет. Сын Распутина, Путин, ну вот примерно так. Угу. Где-то я вот это услышал, меня поразил этот факт. Вы встречались с такими вот историями? У меня вот в моей практике не было таких вот как бы исследований, других генеалогов, возможно, были. Вот. Как-то все было пока попроще. Вот. На самом деле это сложный случай все-таки. Да. И, скорее всего, тупиковый. Конечно, в любом случае, вот сейчас звонили, но надо сказать, чтобы попробовали. То есть нужно пробовать. Может быть, там все очень просто. И тогда все эти легенды либо подтвердятся, либо разрушатся. А может быть, действительно будут какие-то проблемы. И уже с конкретной проблемой, ну, конкретную проблему нужно решать. Что вы нам принесли, Артем? Я смотрю, сказали, что это ружье выстрелит в конце нашей беседы. Это в этом чехольчике. Это мандолина. Похвастайтесь. Который... Мандолина? Да, да, это мандолина. Музыкальный инструмент. 903 или 909-го. 1909 года выпуска, непонятно, там стерто. Собственно, она вот передавалась из поколения в поколение. Это мандолина одного из наших сотрудников. То есть это его, от его предков, да? Да, от его прадеда. Вот такая вот чудесная и сохранившаяся до наших дней. На ней никто не играл. А почему? Передавали ее из поколения в поколение, целый род, но на ней никто не играл. В ней хранили деньги. Ах ты, деньги. Сейф? Да, сейф. Деньги тоже. Вот 1898 года, 1 рубль. Удивительно. Да. Меняю на 300 наших. Нет? Нет, несерьезное предложение. Несерьезное предложение. Я хочу сказать, что у нас чуть-чуть попозже к нам присоединится еще один гость, его фамилия не Чапаренко, а зовут Юрий, он как раз тоже придет с какими-то такими семейными артефактами удивительными, расскажет о них. Да. Все же больше 100 лет. Удивительно. Вот в этой мандолине сохранились деньги. Спасибо. Как вас найти, если что, в сети? У нас есть сайт. Это еще один вопрос, который мог бы задать наш слушатель. Знаете, на самом-то деле мы пришли как? Я как представитель генеалогического центра, да. А вот Валентина, она, собственно, с нами сотрудничает, работает, сотрудничает с другими компаниями, работает как независимый историк, эксперт и по генеалогии. Со своими генеалогическими, да, проектами. Вот, поэтому у нас в организации есть сайт www.gencentr.ru, ну, либо можно как-то в поиске назвать генеалогический центр. Ну, да. А у частных генеалогов есть тоже свои странички, сайты. То есть в сети, в принципе, люди присутствуют. А я все возвращаюсь к нашим шотландцам. Посмотрите, как красиво все-таки. И если не фотографии, то портреты. Если не портреты, то рисунки. Вот там, наверное, проще, да, со всем этим. Вам, наверное, как профессионалам в этом смысле стоит позавидовать. Я по поводу архивов. Или успокойте нас, тоже все в порядке. Не в смысле, в Шотландии хорошая сохранность имеется? Да, 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 я об этом. То есть там кого не встретишь, я просто в этом году провел много времени именно в Шотландии, раза 4 ее посещал. Там любой парень вот возил меня на острова, шофер, он рассказывал, они все знают о своих предках. И он говорит о своем прадеде, который участвовал в компании в Сингапуре. И как его... То есть это, как сказать, это никакое не расследование, хочу узнать что-то о своих предках. Это у них... просто само собой разумеющееся, ему передают, кто твой, не то что дед, кто твой прадед, прапрадед. Передавалось. У нас все это революцией было выбито, потому что даже в крестьянских родах они на 6, на 7 поколений помнили вот
старики, кого как звали и как что шло. И вот. В завершение нашей беседы такой маленький блиц. Вы можете уже, наверное, как профессионал на слух определять более-менее, вот давать некий диагноз фамилиям? Топорков. Как, ну, вам же опыт подсказывает, что Алекс, это дровосек. Ну, это же не Макдональдс. А? Это же не Макдональдс. Ну, тем не менее, тем не менее. Но это же действительно у нас же не как вот в этих сайтах, что вы нам скажете фамилию, мы вам тут же выложим. Нет, ну вот смотрите, я сказал Сердюк, назвал фамилию Сердюк. Артем моментально отреагировал, говорит, а вы знаете, что Сердюк — это помощник атамана. Почему вы спросили об этом? Вот для меня это новость была. Ну так оно и есть, потому что я, например, с этой фамилией работал. Соответственно, все, с чем мы работали, оно, естественно, на слуху. Самая известная фамилия, с которой вы работали и вы работали. Что значит известно? Да. Для кого известно? Для нас, для вот, обывателей. Фамилия, которая на слуху. Ваши именитые клиенты. Или, может быть, вы не для клиентов, а на досуге сами проводили расследование. Известно для истории? Ну да. Вот тупиковый вопрос. Ну, как и для истории, например, я сейчас занимаюсь, есть такой известный русский православный писатель, духовный, Сергей Александрович Нилус. Вот я сейчас занимаюсь собиранием всех материалов о нем, о его жизни, о его творчестве, о его роде. Это родственники попросили? Нет, это не родственники попросили, потому что это был настолько выдающийся человек. Я оставил, вот, как бы, скажем, для русской православной церкви огромное наследие духовное. До сих пор люди его читают, а после революции за то, что люди хранили его книги, просто расстреливали. Вот. И я, прочитав его собрание сочинений, была потрясена его такой вот верой православной, глубокой. Я вот занимаюсь сейчас собиранием всех материалов по всем архивам. В Орле все, что можно, мы собрали. Сейчас вот в Государственном архиве Российской Федерации, в ЦАМО и в Санкт-Петербурге. Спасибо большое. Я благодарю вас за визит, ночной визит на телеканал «Дождь». Желаю вам удачи, счастья. Обращаясь к зрителям, хочу сказать вам, что буквально через несколько минут в этих креслах окажутся наши очередные гости. Это клан, практически семья стоматологов. Уверен, что у вас тоже возникнут к ним вопросы. 744-0101. А пока реклама «Капитализма мама».